Всем привет, народ. Всем здравствуйте. Да, сейчас продолжим проходить сакрет. Гуру подтянется. Да, он там со спауном опять во что-то играет. А. Ну, сейчас должен подойти, в принципе. Момент, может, там и мантр разберется совсем. Да, здорово, Гридон. Привет, Гридон. Так. Блин, он бы сервак хоть запустил, бы мы бы зашли пока что. Гридон, нисколько не переживая, футболом вообще не интересуюсь. Сборная сволочи. Сейчас все будет, сорян, заиграл спам. Ну, мы так Да и ладно. поняли. Ну что он там вообще играет, я не понимаю. Ну, в Донде. А, Донди, я помню. Нахуй сеньте его. Нет. Но, к сожалению, там ваши штучки и дрючки не годятся для игры в Сакрет по сети. Ну да, через Донди как-то не поиграешь в Сакрет. Через Донди, ну да. Через эмулятор Донди, да. Чтобы поиграть в Сакрет 8-битный. Так, вот, сервак появился. А, я еще Вступаю, загружаю. Там, Горч, к конфе подключайся, она, в принципе, открыта. Уже слышно? Да, привет. Здорово. Привет. Че как? Да нормально. Сейчас вот почти догрузил. Сейчас еще мантр, может, подойдет. С боевым магом. Ох, как ему тяжко-то будет. Ну, не знаю.
Может, окажется, что быстро за наш счет прокачается. Ну или сам побегает на начальных локациях. Нет, там же ж можно раскачаться быстро до какого-нибудь уровня. Ну, в принципе, да. Даже если он просто рядом с нами будет бегать, ему же опыт будет да? лететь, да. Блин, ну тогда, да почему бы и нет? Я зашел. Сейчас нам надо будет в перекресток Феи идти. Туда, куда мы в первый раз пошли. Что там, сегодня пойдем к воронам? Ну, думаю, да, там после перекрестка уже недалеко до этого момента. Мне коннект просто заебись, спам. Серьезно, никаких лагов, будто бы сижу на денде на диванчике. О, сакрет лагает, как всегда. Вообще ничего нового. Блин, чувак присовокупился к лошади. Тони сейчас злой расстроен. Лишь бы комп не пришлось перезагружать. Что выбор? Все повисло. Ну, отвисло. Или нет? Или да? Вот это уже загрузил, уже все нормально, да? Да. И Мордекай уже есть. Угу. Меня ждет. Да, я тут пока у кузнеца смотрю. А, погодите, это же можно и этот, и как его, броню тоже зачаровывать? Ну да, если у него гнезда есть. Ага, то есть там по гнездам. Я что-то еще пока не разобрался до конца. Сакры 2 готов к использованию. Ой, 2, 1. Да? Вы от меня не отмажетесь. Потихоньку отправимся вот наверх там. Где мой М? Где моя карта? А? Я а, карта по табу ориентируюсь. Так пустынно стало, несмотря на то, что все враги отреспятся. Это ж, видимо, как его, дорога, поэтому и врагов нету. А может это просто пассивная локация? Ну, то есть... Вон тут по бокам кто-то стоит. Не, пошли. О! Почему ты не убежал? Разбойники. Ну, злой вольщик. О боже мой, я убил Акопяна. Как там, мармелад моей души, блядь. Ага. Не будет больше сясик, мой сясик. Не будет больше ахалай-махалай. Что там, мантов такое? Я тебя сам скажу. Пошли выбьем миллион рун. Чтоб я мог себе... Знать бы где. Ага. Ой, ёб твой, шайк целый. Дэймон Дус в тихую Яндекс браузер поставил. Я тебя сам скажу. Ну, такое бывает. Хера себе. Первый слушает это. Погоди, что? Дэймон Дус в браузер установил. Кто смеет пользоваться моей магией молнии? Яндекс. Ах ты пидор! На, блядь! Ты прям как это сейчас, как Гамас сказал. А ты пидор. Несчастный, да? А ты там выложил старый лук. Я не выложил, я его из убежища достал. Ага. Я тебе его не дам. Из убежища? Из убежища. Это как?
О, он даже на 90 урона, ничего себе. Ну, охренеть теперь, да? 90 урона. Ну да, минимального. А максимальный? 100 миллионов. 100 миллионов максимально. Что-то вы врете, молодой человек. Ну, конечно, 114. Представляешь, да, такой рандомный лук от 1 до миллиона урона. Я тебя на мелкие кусочки. Необразимо. У меня он лук 104 на 32. Колючие растения для этого лука. Для лучниц. Теперь ты сковывать можешь. Ага. Я их и раньше мог, но я просто не использовал. Так, куда же там нам пидролить? Вот уже пришли в этот перекресток фей. Кто-то тут на огородах шароебится. Каждый раз, когда ты хочешь, то есть, когда ты говоришь перекресток, я хочу сказать семи дорог. А. Так, ну сейчас посмотрим, что тут по заданиям. О, мужики пришли. Я еще доберусь до тебя. Моя такая, ну ладно, беги. Так, освободи нас от ужасного привидения. Я берусь за дело. Окей. Освободи. Ты подходишь такой к простому человеку в реальной жизни. Освободи нас от привидения. Ну ладно, хорошо. Ушел, больше его никогда не встречал. Избегал его там. Сейчас закрою дверь и будем с кузнецом заниматься делами. Иди сюда. Я берусь за дело. Так, в пещеру к наемному убийцу еще пробраться. Все, направляйся к мосту через реку, ощутите нас от приближающихся наемников. Ну ладно, попозже чуть-чуть с этим разберемся. Так. Они стакаются! Они стакаются, мать его! 24% к атаке, нихера себе! Заебись. Ага. Да все, сейчас. Вы не будете успевать до бомбов добегать. На, тю. Так, чё тут наконец-то... Блять, дай договорить. Наконец-то вы... Нихуя себе, он меня скипает сам. Попал моя племянница. Мы катались на лошади, у нас напали дикие звери, она... С перекупом убежала в лес, точно за ней гнались демоны, Руфус и Шайтан. Глупый ребенок заблудился, пожалуйста, найдите. Значит, будет тяжелая потеря для семьи. Я не подведу. Шайтаны всякие. Эх, чеченцы в лес загнали, сейчас будем освобождать. Хотя смотри, действительно, может мы в Кавказе бегаем, не в моей часовой какой-то стране. Тут этот, и овц надо спасать, и шайтан бродит. Я ее немного прослушал, но кажется, она к дяде не очень хочет возвращаться. Так. Это моя скверная племянница. Руфус, Шайтан, берите с глаз моих это и приведите девку ко мне. О, засада, блядь. Дракон, нифига. Не один, ого. Получи. Это были лошади. Лошади-драконы. Ну, вполне логично. А, спасите, помогите. Драконы так атакуют. Это же не дракон, это же... Ну, это дракониды дракон. Обычно. Да. Ну, блин. Ну, как боссы идут. Приветствуют тебя. О. А, мы его уже убили. Мне бесит то, что он, блядь, спустится, сука, целое приключение. Летай тут. О, спустился. Добро пожаловать обратно. А, это вообще это гарпия, блядь. Шайтан. Ага. Шайтан. Группа уничтожена. А пока мы там разбирались с этим типом и гарпией, без нас Мордекай уже дракона завалил. Человек посмотрел на меня своим пылающим взглядом, промотал какие-то слова, как будто впало в трансбут. Одновременно и здесь, и где-то еще, кто знает, какие ужасные вещи он собирался сделать. Большое спасибо, что спасли. Так, окей. Ту-ту-ту, что мне там было подало, ага, магия.
Наверное, в полный экран играет. Ты хотя бы ему зачитывай, что ли. Ну, мне кажется, он видит стрим. Ты, Гур, видишь стрим? Нет. Ты открыт? Нет. У меня просто окно, но я в окне ничего не вижу. А, вот. Меднафи не видно чат? Или нет? А ты что-то писал в чате? Потому что если писал, то нет. Если не писал, то да, наверное, хер его знает. Мне надо просто знать, как сделать. Мне надо в отдельное окно, и окно в окно, и тогда и все сделать. Ага, значит не видел. Значит, нифига. А что, мы так не пообщаемся? Зачем в Дэнди отказ? Купай микрофон, спал. Ай, фигово поставил. Вот теперь замечательно. Лошадь слишком жирная. 16-й. Что-то пройти не может. Мартын. Мартын же ж, Мартын не Мартын. Да. 16-й у нас. До 18. Окей. Ты чё, охуел, пидрила, блядь? Кидает на меня мою же молнию. Да, был похож. Может, тебе докачать до 18 уровня, ах ты пидрила. Как ты смеешь. Мы тут 16-го, понимаешь? Не, ну мы же тоже застрим где-то. Ну мы, ну да, успеем, наверное, тоже докачать. Может, даже до 20-го. Коктейл пойдет. Блин, тут целая шайка. Разбойники, блин. Это мне, блин, не знаю, тут написали, типа... Знакомая написала, что играет в одну игру и по бочке стрельнула и взорвалась и умерла. Mm-hmm. Так вот, я думаю, какой бы был опыт у игрока, который первый раз запустил Doom. Такой подходит к бочке, сейчас я ее разрушу и получу там из нее предметы или еще что-нибудь. Бум. Ну да, что-то похожее, по-моему, был крайне на плойке первый, не играл в Doom. Ой. Нечаянно загреб себе меч. Да, я думаю, у всех такое было. Хотя хрен его знает. Почему может, ты не убежал? По ошибке кто-то попал в бочку, увидел, что она взорвалась и понял, что лучше ничего не предпринимать. Ну, то есть, не предпринимать вблизи. Ну, это логично. Так, тут это, магическое убежище. Это что, мы потом... Нефритовая броня крестьяне. Бля, надо побыстрее к воронам попасть. Пампарам, пикал, пися такой. Я до сих пор не могу от этого отойти. Найдите мое стадо и приведите скот домой. Окей. Куда нам там надо? Ага, вон туда или не туда. Охотники в ночи, стадо скота. Ага, вот. Скота. Пилигрим какой. Ну, мало ли. Вен, не надо так шутить, что наёбник де морди. Ну да, вчера мы уже... вчера уже шутили, да. Так. Я опоздал немного. Тут какую-то пещеру нашел, возможно, у ней задание есть какое-то. Ты зайди в её
посмотри, что там вообще находится, а я пока... Что-то они все предалеко, конечно. Ну, я в городе прям. Где мой... Ой, блядь, тут гули нахуй. И тролль армянский. А я анкарианский. Армянский. Эй, слышал, да, маму ебать. Армянский, да. Серж Танкян нахуй, блин, да? Не поддержал. Никак. Да ёпта, какого хуя? Надо так. Сакрет один, надо так. А ты тут... боишься? А? Ой, блядь, тут какой-то Аллах Акбар. Блядь, я тут один точно огребу сейчас. Тут их просто тьма, эти гули, блядь. Не, ну нахуй, я пока выйду отсюда. Чувак, главное, вышел, мертвый, со мной упал опять. Однако. А, что-то я не могу понять. А, это я типа нашел его скот, так сказать. Да, вот, да. Появился сейчас я. Я в нужном месте. Закрою это задание. А то есть смотрю, коров нет, что происходит потом. А, стоп, боже, они коровы. Скелеты. Мертвые. Обглоданные. Печально. Интересно, что он на это скажет. Он скажет: ах ты говнюк, не привел мой скот, плати мне денег. Эх, ты с собой привел целую шоблу. О боже, они все мертвые, разорен, что же мне теперь делать? На награду дал? Ну, завести новое дело. Ух ты. Блин, у меня походу игра сильно громко. Сейчас я ее потише сделаю. Так. Окей, лучше еще что-то. Должно быть нормально. Так, ну окей, пойдем тогда штурмовать эту пещеру. Посмотрим, что в ней. Угу. Я теперь буду всегда так призывать коня. Не один раз нажимать, а 20. МК-9 лучше, ну как обычно. Ну, бля, тут он может. Где там уже? А, погодите, стоп, что? Где вы находитесь? Ну, вот тут, пещерка. Ага, я... Не, подожди, дай-ка я выйду, я активирую БФГ. Ой-ой-ой. А, ты уже там, да? Судя по ой-ой-ой. Да не. Тут просто этот рарник находится. За мостом 17 уровня. С волками, с якорями, с парусами. На морской песок. Коня, я золотые сундуки. Хватит, ёба. Так будет сказано. Ого, на него даже пауки не действуют, ничего себе. Чё там за шлем выпал? На боевого мага. А. Ой, тут ещё грабу лежит. Бой будет недолгим. Ох. 300 бакинских могут попасть. Так, пояс власти. Темного эльфа. Ну да, морду за Серафинку играет. Не жди старухи с косой, я тебя сам скошу. О, маг пришел, волшебник. Я сейчас попытаюсь... А, там не надо было через мост перебираться, чтобы к вам попасть. Надо. Сейчас я тогда он так доберусь. Ты можешь, судя по всему, почти зачистить. Ах,
Ну, блин. Ну, а лук для избитки. Хотя тут еще есть рыбатинок. С тремя слотами. Я разрублю тебя на мелкие кусочки. Пришла ваша имба. Добрый вечер. Сундук. А в сундуке бабло. О, рукавицы на гладиатора синие. Ну, синие фиолетовые. Это же правильно. О, мумия, блядь. Заебись, она тоже, по-моему. Не очень безопасный противник. По-моему, он что-то делает такое неприятное. Угу. То есть она в другом плане не безопасна. Ну да, у нее какое-то, по-моему, заклинание есть противное. Если она успеет заюзать. Гробница предков. Будет заставлять запилить. Мордыка святой, что ли? Можно и так сказать. Давай там, ну, помолимся Господу Богу. Да, ну вроде все, может тут ничего нет. Ой-ой, жируют уже люди, блин. Зелье наставника не подбирают. Нафиг мне этот опыт, правильно? Так, сейчас, кстати, про опыт надо прокачать, что у меня тут характеристики. Враг поставил лошадь побежать. Задонатил, называется. Так. А что вы там, наемники выполнили, что ли? Не знаю. Скорее всего, сейчас посмотрим. Наверное, да. Гур по ошибке выбил там этих воров, которые стояли. По ошибке. Охуительная ошибка. Ну блин. Сегодня. Так. А? Где у нас? Так, вот злая ведьма тут недалеко, и где-то, блядь, в лесу отравленный колодец. Надо рукавицы на гладиатора. Рукавицы? Какие они? Ну, 20 защиты, сопротивление магии, плюс 5, плюс 8, как, плюс 8% к атаке, плюс 23% к восстановлению особых ударов и плюс 2 к владению оружием. Не, у меня эти желтые, не получше. Да, ладно, я хочу продавать. Гуру, тебе надо лук? Сколько урона? 104 на 125, плюс растительная клетка, плюс 1 уровень и 3 слота. Да. Физическая 31-38 и магия 17-20. О, ну конечно нужно. Там нету этого, правда, урона от ловкости, да? Ну, там, к сожалению, тут только плюс 1 уровень к скиллу растительная клетка есть. Ага. Там, я думаю, мне сам лук будет больше урона давать, чем если бы я получил урон за ловкость. Это слоты, да? Ну, у меня что-то для тебя есть? Нет. Ну, сорян. Кузнец! Кузнец! Иди сюда. Иди сюда, бичара, сейчас зачарует свой лук так, что он шо. Кидай, да. 3 раза на урон зачарую. А тебе там уже, блин... Ого, да ты помираешь. Спасительный шлем рогатого на боевого мага. Что мне сделать для мантры припасти? Не знаю, есть хороший припаси, может пригодится. У него защита 72, плюс физическая... Он в этот в синий сундук закинь. Так, вот злая ведьма, она уже призрак. А, кстати, этот... Потом новые зачарования появятся. Ну, то есть тут сейчас есть 3 зачарования. На атаку, на защиту и на заклинание. А, ну хуй знает, я же не помню этого момента. У тебя все уже позади. Но ты ведь проходил Сакрет, да? Да, я проходил. Ну, я так-то особо не зачаровал. Самое прикольное, играть этим гномом, который сам себе кузнец. Да? Там даже так?
Да, прокачиваешь скилл кузнечное дело, и все, он там все кузнец становится. Я выполнил злую ведьму. Ну да, я ее убил, а ты... Надо было сказать, я сделал. Не я. Если понимаю, да. Мантр пишет, если не дает магии воды ментальную регенерацию, то нафиг. Окей. Я тебя понял. Ух ты. Ментальную регенерацию не дает. На солнечных часах написано, что-то изменилось в этом мире. Да ладно. Сейчас я вам больше скажу, каждую секунду что-то меняется. Философские изречения. Ага. Ну, надо посмотреть, может здесь что-нибудь интересное. Нихерась. Вот это уже оружие пошло, начало продаваться. Три амулетика. Шлем с тремя слотами. Ух, сейчас как зашарю. Ух, зашарю. Как бы добраться до этого ёбаного колодца? Попробую прям вдоль оббежать этот лесок. О, блин, меня агент Браун зовет, так что я сейчас отойду надолго, ненадолго, не знаю, как там получится. Какой агент Браун? Вы без меня играйте, не переживайте, я вас догоню. А, окей. По уровню там, где там вообще? Буду как Мартын. Где мой, блядь, телефон? Какой-то поворот, возможно, сюда. Тут кладбище очередное. Выпустите меня отсюда, Мюррей. И он сказал, да что со мной может случиться, друг мужчина. Здесь покоится тот, кто сказал, поверьте мне, я знаю, что я делаю, кувалда, друг мужчина. И он сказал, подожди, я иду к тебе на помощь, труп женщины. Извини, Дэйв, я не смог на это пойти. Спасите, труп мужчины. Аскон. Что за Аскон? Бой будет недолгим. Если оно нас приведет туда, куда надо. Ой, блин, я клавишу V нажал. Нет, ты же не сдохнешь. Бродяга. Еще бы игра не разворачивалась. Охуительно там, да.
это как бы поделать. Не отвечает Сакрит, ну конечно. Печально. Так. Вообще пиздец. Там руда валялась моя. Небесный свет. Ты успел туда брать помог? Вот, конечно. Помог успел. Посмотрим. Да, местность очень похожа на ту секретную локальную, точно. Вор! Блять, сам может меня появился. Очень не самое, хотя он это мясо сам. Я не успел его подобрать. Черт. Так, вышел к ручейку, блин, хуй мне тут. Сейчас посмотрим. Так. Блин, мужик, ты меня запер нахуй, выйди, давай. Так, не поворот, но поворот. О, тут какая-то пещера, блин. Не, все равно пока не вижу, где тут можно срезать, да, этой херни. О, кабан, блядь. О, хай. Спасибо. Так, разбойники. Вроде пробегал, никого не было. Сейчас уже опять толпа. Че, вернулся? Да? Никак не можем проход к колодцу к этому найти. А. Я думал, вы там без меня уже прошли игру. О. У меня дверь открыта была, я пытался через нее пройти, не могу. Такой, бля, что-то здесь не то. Нажимаю на дверь, она еще раз открывается. Да. Как-то так. Зачарует шлем. Шлем. Есть. Оу, а, блин, она восстановление заклинания давала дополнительным бонусом. Ну ладно, хер с ним. Не помеха. Это мне не помеха, так что я пойду и догоню вас.
О, Барт уже воспел ваши подвиги. Спасибо. Барт. О, а вот Мордекай. Да, у меня игра зависла, но все впереди. Че, до сих пор не ответил? Нет, мне перезашел уже. А, так вы туда пытаетесь найти, что ли? Ну вот на карте там синим видишь книжку. Mm-hmm. Там красные точки всякие. Вы по ним уже пробовали перемещаться, да? Ну вот красный это как раз тот предел открытия карты, который мы делали. Ага. Дальше он пока не заходит. Тропинг вроде мы не пропускали. Может быть... А вон, видишь, на карте вроде как две такие большие тропы есть. В самом низу и в самом... И вот там, где я бегу сейчас, есть тропа такая серая. Или так, у тебя нет? Я по ней шел. Ага, и потом, когда ты попытался вот ближе к той синей точке по тропе пойти, ты не смог пройти. Ага. Может... Блин, как бы сказать... Ой-ой-ой, налетело гусей. Там... Тоже сверху вот такая маленькая, маленький проход есть. Может там можно пройти? Там была еще какая-то... А, вот я, кажется, нашел ебаную тропу. Блин, я еще первый раз не заметил тут. Да, нашел. Я разрублю тебя на мелкие кусочки. О, кладбище. А, мы тут уже были, наверное. Мне понравилось, со спауном играли, а у него походу или пинг большой, или что-то еще. И получается уровень 5.2, там на ракете когда летишь, можно с нее упасть, ну, в определенных моментах. И вот я стою, жду его в дверях, он пытается зайти в дверь и падает, одну жизнь теряет. Потом я такой, блин, давай, ладно, спаун, пинг большой, я понимаю, все нормально. Второй раз пытается залезть, падает. У него остается 0 жизни, я такой, ну давай, только сейчас не упади. Он заходит, и у него вылетает. Я говорю, а, нет, стоп, он сам. Марио тоже мне дракон Энделилч. Энделилч? Windows, мы старались закрыть, а, зарыть ее поглубже, труп женщины. А, тю, это ты могила читаешь? Думаешь, примите это? Наше поздравление, вы труп номер 172, и вы выиграли бесплатную путевку на тот свет, мужчина. Боже мой, шуточки за 300. Моя прелесть, труп мужчина. Марк, создатель мира, труп мужчина. Видимо, разрабы. Ну ок, теперь можно и в саму пещеру залезть. А, стоп. Сборище воров! Где эта тропинка? Где вы ее нашли? Ну где задание, помнишь, мы тян спасали от драконида и... Ага. Ну вот и от нее там влево будет проход такой, тропинка. Гуру Battletoads Double Dragon сам по себе есть небольшой input lag. Input lag. Расскажи мне, да. Ну это как хамин, значит, типа, у меня сейчас джойстик разрядится. Ой, желтый лук. На, первый, 64-82. Ты сборище воров, меня убивает. Нормально. О, травитель, блядь, босс. Петросян, что ли? Ага. Все-таки бухание бутылок без КД меня очень спасает. Противоядие взяли, секретное послание взяли. Пошмонаем.
А, ладно, вы там с этим квестом сами разберетесь. Ты можешь, скажу, в принципе, в городе его сдать уже, я думаю. А, сейчас посмотрю. Нет, еще пока нет, видимо. Не показывается. А, может, потому что у тебя предметы нет. Да, ну у вас же тоже не было костей скота вот этого. А, ну да. Скота. Подонок. Бабе говорит, подонок. А коробка говорит, му. Отправил вообще. О, в Твиче смайлик сахара добавили. До этого соль была, сейчас сахар есть еще. О, не, погоди. До этого... А, да, до этого была соль, да, сахар добавили. Так его уже давно добавили. Где ты был последние два месяца? Сахар ты не был еще. Да был он. Буквально неделю назад видел, как кто-то сахар кидал. Так, ну вот ты возле него стоишь, ничего не будет. Да, я специально не сдаю. Опыт там всем, чтоб пошел. Кроме мордака, который не успел подбежать. Ха! Не повезло, не заработаешь ты эти 600 опыта, которые можно было получить, просто убив одного моба своего уровня. Какого хрена? Должно быть больше опыта. Я не пойму, по-моему, за выполнение задания должны независимо от расстояния давать всем опыт, нет? Никак. Интересно. Так, ладно, сейчас я, как обычно, сверю, что у нас по заданиям. Так, убить банду наемников на мосту, это Гур выполнил. Так, ядовитый колодец только что выполнили. Семейные узы выполнили. Да, злая ведьма выполнили, и стадо скота выполнили. Все, в этом городе мы все выполнили. Теперь нам надо в Тимбертон отправляться. Гуру, тебе надо синие сапоги. А после Тимбертона грабителя будет скала воронов как раз. Сейчас посмотрю. Синие, да, мне любые синие сапоги нужны. Так. Ты что, их вообще что ли нету? Не, у меня есть, но у меня белые, обычные. Тимбертон, я так подозреваю, это вот хуй знает. Возможно, это вот тот город, который внизу под этим. Давайте посмотрим. Наш путеводитель, ребята. GPS Сакради, хуй знает. Сначала в Dark Souls, теперь в Сакради. Да, но Сакради я хуже гораздо помню, чем Death. Мой член, вот это оно бонусы дает. Нифига не. Глупый героизм. Хорошо. Теперь я стал еще медленнее, но это не важно. Потому что у меня есть конь. Сейчас я вас найду. Сотка оружия. Это для кого? Это для гладиатора. Mm-hmm. Тебе нужен бросок оружия? Mm-hmm. Я так и думал. А вообще, ребята, давайте говорите, что там у вас за скиллы стоят? Расскажите мне, а то мне интересно. Стремление, удар молнии, стремление. Ты имеешь в виду активные или вообще все, которые есть? Ну, я имею в виду, да. Активные, которыми вы пользуетесь. Ну, у меня храбрость героя, трепет и это атака, который комбо он делает там. Надеюсь, ты сильнее, куда-то, чем твои солдаты. А погоди, это получается два бафа и один комбо удар. Ага. Морди, у тебя что, на трех слотах стоит стремление? Потому что я на коне сижу. Ну да, на коне там. А на коне нельзя применять эти. Кроме бафов там ничего нельзя применять. Да. Не жди старухи с косой. Кроме бафов и способностей обыкновенных, ну, которые там с оружием.
Да ты, блядь, шутник. Какие у тебя активные эти навыки стоят? Ну вот, стремление, я такой... О, блин, у Серафима... не стремление. Да, у Серафима есть стремление, вот это классно. Погодите. Но оказаться, что стремление... Это закономерный скилл лошади, который дает. Не знаю, у меня что-то этот скилл на лошади не появляется. Он у меня появляется только вместо атаки, а два бафа я могу юзать. Угу. Так, сейчас посмотрим, как это городишко называется. Так. Пока не показывает. Ну, я сейчас сверю, что тут должно быть. Так, тут древо жизни должно быть задание, кровавые деньги, следы лесных стрелков, охота на кровавых медведей, образец камня и дохуя охотников с головами. Там аж сколько в нем заданий. 21 цель, короче, аж. Так, окей, сейчас посмотрим. Верни мои золотые слитки. Я не хочу этим заниматься. Ну, видимо, это не тот город, о котором я подумал. Сейчас еще одного там. Блять, я в дерево хуярю. Ух ты. У тебя тоже стрелы не попадали? Ага. Стоим, промахиваем. Нормально. Сакрит один. Там, блядь. С этим микрофоном не совсем удобно его напротив себя держать постоянно. Что-то людей вообще нихера нет. Заброшенный город. Маркус. Обижавший жених, что за обижавший? На тебя мне не потребуется много времени. А что, он тут просто так, что ли, возник? Я его знаю. Блять, теперь он с нами, нахуй. Ну, ну его тут вниз провести. Ага. Опа, только не сдавай. Если будешь сдавать, не сдавай. Я хочу получить эти миллион опыта. Тебе, слушай, тебе надо рукавицы? Так, ну ладно, это проводим, мы пойдем в другое место. Не, рукавицы не. Потому что мы не в тот город забираем. Хуй, жениха отпиздили перед свадьбой, блядь. Чего он сбежал? Как доктор Джекил, мистер Хайд, идет на свадьбу, вообще всем селом пиздит. Так. Е, 730 долларов опыта. То, что надо. Так, ну ладно, тогда отправляемся. Там, видимо, будет маленький пункт на пути к этой. Вороний скале или что там. Если у меня когда-нибудь будет возможность что-либо сказать Николасу Кейджу, я скажу ему, ты вампир. Чё? Чтобы он бегал по улице и кричал: I'm a vampire! А, как с пчелами. Угу. О, только не пчелы! Нет! Они в моих глазах! То, что они в твоем рту, тебя не смущает, но то, что они в глазах, то нет. Боже мой.
сигареты или жизнь. Погоди, а как здесь валюта называется в этой игре? Золото. А так, так и называется, да? Ни зени там, ни всякие адены. Просто золото. Да. Эх. Ну, не стали выпендриваться. Угу. Интересно, во всех финалках были зени? А хер знает, я в финалке особо не играл. Потому что если не во всех, то можно ли будет сделать какой-нибудь курс обмена зени на другую валюту? Это как какой-то пацан крышечки как валюту представлял и... Нюк-кола, блядь. Как Fallout, да? И получается, он сопоставил... Нет, я вспомнил, как там было. Кто-то прислал Fallout, вот эту вот компанию Беседка там или куда? А, да-да, был. Крышечки, да. Халяву там что-то дали. Ну да, ему игру на халяву четвертую дали. Так вот, тип взял и сравнил стоимость крышечек, как в игре, сколько он отдал за игру, и в реальной жизни, сколько он отдал за игру. На деньги, если перевести. И что-то там в игре он отдал чуть ли не в 10 раз дороже, купил игру. А в этом, а в реальной жизни там за центов 35 вроде. Неплохо так. Ну да, забавно. Это будет быстро и без... Он просто чем орудовался? Он взял самый, ну то есть... Он вроде там продукт какой-то взял или что-то в этом роде. Потом подставил его цену в наш мир. И вот так вывел игровую валюту. А потом... Для реального мира он просто взял материал, из которого крышечки изготовлены, подогнал цену этого материала и нашел цену крышечек в реальном мире. В нашем. Заморочился. Заморочился, не то слово. Ну, блин, сейчас ради видео и не такое делаю. Там, блин, чуть бы не до костей, чуть ли не до программного кода этот. Игры. Обозревают. Угу. Хомяку душ продаж. Где мордочек, кстати? Офигеть. Я бегаю, защищаю потихоньку. Где ты бегаешь? Сейчас посмотрим. Позади вас. Далеко от вас. Да, вижу. Давай к воронам пойдем на ТК. Я такую возможность протыкал, ай-яй-яй. Надо было себя назвать Ригби и постоянно прикалываться над тобой. Или никто не знает. Я знаю, это же так много. Я и Анти тоже знаю. Знаешь, откуда Мордекай и Ригби? Там из мультика реальное шоу. Про птицу и не помню, кем Ригби был. Не енот, а... Короче, тоже каким-то животным. Довольно. А, это у того, которого рисовка как Adventure Time, что ли? Ну да. Ну тоже из Cartoon Network. Блин. Не блин, а... Хорошо, ладошка. Хорошо, что современные мультики наконец-то начали использовать фантазию. Ну, то есть был период, когда мультики были вообще ни о чем. Там новые сезоны Спанч Боба. Ну да, Спанч Боб после сезона 3-го и 4-го скатился. Вообще не смешно даже. Ну, он как бы не всегда был смешным, но, по крайней мере, его было интересно и приятно смотреть. Это твой чувак вот такую черную херню запускает? Нет, это вот этот маг, которого черная кровь, он как мазут, блядь. А, блин, я думал, нифига тут парень. Да, что-то его переоценил. Гладиатор пускает черных хуйню. Да не, не гладиатора, а вот этого, который сопровождает тебя. Да, блядь, вообще ничего.
Я просто такой, ого, нифига, он кидает черными стрелами, и и упал, умер. Да, если бы он кидал. Блин, я тогда хочу такую магию себе, где мне такую на этой лейке, где мне его? Ну, это темный боевой маг, грубо говоря. Эти не я. Так. Знаешь, пришли по адресу или нет? Надо посмотреть, тут кто-то вам задание выдает. А, ну да, вот это. Разыскивается мертвым неживым. Скала Воронова. Дьявольская ведьма, виновная в убийстве 13 коров, уничтожении 2 рожаев, была обнаружена к востоку от бедных кварталов. Окей. Гуру, у меня для тебя есть 2 руны. А какие рассказы? Мультиудар, показываешь? Сильный удар. Мультиудар. И мультиудар. А, мультиудар, блин, это ж не мультивыстрел. Ну иди сюда обратно. Иди сюда обратно, говорю. Стой. Не, давай выйдем за башню, это сильно. Выйдем за башню. Ага. Вот, держи, обменяешь обратно. Мне нужен только мультивыстрел и стремительность. А, то есть быстрая, как вспышка. Все остальное можете обменивать. Мне пока только бросок оружия на гладиатора. Больше ничего не попадалось интересного. Окей, надо. Сейчас еще к кузнецу зайду. Кое-что можно захуячить. Сейчас еще дальше по тропинке пройду. Мне попался еще с этого щит. С кого? На Серафима. А, прикольно. Щит веры Урели. Ну, блять, у меня нету меча какого-нибудь хорошего. Ладно, я вам оставлю чем-то, да? Блять, дерзко не поднимка. Все лезут, все лезут. Кровожадная крыса. О, мишки, блядь. Сборище воров. Сборище воров. Медведи, блядь. Вон. Драконит. Почему-то моя серафимка с медведя бьет быстрее. То есть с лошади? О, вот сюда, с лошади.
Тебе еще бы с нами видишь покататься на ручном. Я, кстати, по-моему, тоже. Хрен его знает. Может, у лошади статы лучше, чем у тебя? Хера себе, он никак не сдохнет, ёпки его мать. Чё с ним не так? Хорошая игра. Ой, хорошая. Набиваем ДПС. Мне его жаль, блин. Особенно если посмотришь, где у него стрелы, тебе его еще больше жаль будет. О, вот и убился. 22 пули бессмертные, блин. Только 22 стрелы, блин. Что это за вздох такой был? 22 пули, только 23 стрелы. Будто бы осознал вдруг всю тщетность бытия и такой в секунду флешбэк из Вьетнама. Да, стрелять стрелами с вертолета, блин. На тебя мне не потребуется много времени. Очередной, блядь, живой чеврот. Мать, быстро отъехал. Долго не мучил. Так, сейчас посмотрим, по-моему. Так, сейчас. Чё, Тимбертон? По-моему, сейчас верим. Да, мы пришли по адресу. В этом городке нам надо задание выполнить. Послушайте меня, нам нужно найти чего, блядь, следующих двух пропавших стрелков. Я скоро вернусь. Окей. Хоть вы не дровосек, может быть, вы поможете дровосекам Тимбертона. Проводите меня к представительнице эльфу, говорите ее начать переговоры. У меня нет на это так, времени. Это потом сделаем. Крестьяне сказали, что вы здесь, мне нужна ваша помощь. Казните 4 приговоренных к смерти убийц, они в своем лесном лагере. Окей. Я вернусь. Так, тут еще... Пожалуйста, убейте 10 кровавых медведей. Поверьте, в этом лесу. Я знаю, что я делаю. Так, сейчас еще. Торгаш. Так, надо все нахрен продать. Еще не помню. Прекрасный двуручник разрушения. Это не для меня. Бим, главный дровосек, а похож на гладиатора такой. Ну да, он какой-то вооруженный. Так, ничего, а нахрен. Тебе нужен угрожающий амулет пламени на 30 защиты, гуру? На 30 защиты амулет пламени? Ну, белый, конечно, к сожалению. Да. Наконец-то, блядь, нашел нормальный шлем, а нет, ёбан. Не, хотя не. Извини, что перебил. Теперь я рогатый. Ух ты. У тебя есть боевой крик? Боевой крик нет вроде. Ай, блин. А так бы. Сруда! Ну да, кстати, нашел мод интересный, который использует другую фусруду. Just do it! Привет, Джа. Здорово. Джа. И Кивич, привет. Так. Где Киви? Где мой любимый Мишка Медведик? Привет. Шучу. Ладно, нам надо еще камень найти. Мне один парень сказал, я хочу найти образец телепортационного камня. Он исследователь, он хочет, чтобы мы нашли. Серебряный вепрь, да. Че он хочет? Образец камня телепортации. А, ну бери. Так нет, я имею в виду, я уже взял. А, уже
Ну да, это ж не тут не эскорт. Ну там мало ли, там бывают задания какие просто глючат. А, блин. Да, но блин, это вроде не из-за этого. Я лучше тогда не буду рисковать. А то я подумал, что уже тут все расслабился, можно любые квесты набирать. Ну. Так. О, портал открыт. Тупо кровавый медведь, я здесь. Блин. А где мой портал? А, вот он. А, и закрытый. Ну да ладно. А, не, он открытый. Хер разберешь эти порталы, честно. Да. Ну ты походишь, он открывается. Да блин, я помнится, мы в этом в лагере орков подошли к одному порталу, он такой: не, никак вообще. Ох ты, нифига себе, огр воин. Убегаю отсюда. Ой, спасите, помогите. Да, все-таки надо будет стремительности уровень поподнимать немного. Так. Блять, у меня мышка что-то стала часто зависать на одном месте. Интересно, почему? Хуй знает. Сакрит. Интересно, а здесь где-то можно дракон, проверить свой ДПС? Нет. Никаких манекенов, yeah. Ничего такого, да? Нет, вот такого нет. Ну, блин. Ага. То есть это этот офигенный лук на 109 повреждений. Хуже, чем мой старый лук. Ну, ладно, почему бы нет. Стой, Мишка, я все прощу. О, огры, блин. Минотавры, но они все разумные. Потом, ага. А, ну сейчас огребем, а это еще кто, на нахуй. Знаешь, дружелюбные типы стоят, это еще кто, ну получу. Нормально. Мне нравится, как огр такой, поговорить с нашим вождем, черт. Ну вот, напросился. Договорился. О, ребята, у вас хп маловато. Аккуратнее. Да, обойдется. Мало ли. Славные сапоги магов на гладиатора. Желтые. Защита, защита 10, сопротивление к магии плюс 25, плюс 7 защите, плюс 25 скорости, плюс 2 к удару ногой и плюс 5 к парированию. Здорово, ветер. Привет, ветер. Здрасте. Мордасти. Ну, отлично. У меня защита 17 пока. А, так может у тебя какой-то там навык? Еще чего? Ой, нефритовая броня. Рана жирная. Правда, на гнома. А чё, гномы сиськи растут? Я чё-то не помню такого. Так, а чё тут кровавые деньги-то не выполнены? Чё-то мы не взяли, что ли? Я забрал, бывает. А, забрал? 4 даже. 4 квестовых предмета, вообще. Вот. О, не из сайта ещё. А, стоп. Сайта жив. Нет, он с ветром поздоровался. Кровавого медведя, да. Цукровые ваты, понимаешь? И сверстных. Гематоген. Опять что-то фиолетовое выпало. Это не хреновая эльфа. Или на мага боевого. Не-не, походу на эльфа все-таки. На боевого мага оно такое синее. Вернись. О, привет, медведь. Миша, Мишенька, медведь. Научи, 9 из 10, да? Господи. Так, еще один Мишка где-то. А, кабан. Слушай, ты, кабан. А, он задание выполнил.
О, вы там напоролись на это, что у штёрков. Исправил рвут очки на рвут очки. Ну, просто на очки. Логично. Очки. Очки. Кочки, очки. Очки. Так. О, вот так уже понятнее. Здание. Смотрите, не перестарайтесь. Ну ладно. У меня есть кое-что для тебя, Анти. Да. Я сейчас скажу, как надо. Божественный топор разрушения. Ладно, 83 на 104 урона. Одноручный. Одноручный, да. Походу. Сейчас посмотрю. Ну, маленький такой. Не, наверное, не надо лучше. У меня даже у меча больше урона одноручный. О, ты же можешь с двумя оружиями одноручно ну, бегать? Есть такой навык, да, но я его не вкачивал. А так, просто узнать. Есть ли такая возможность. Блять, ёбаный драконец, спускайся нахуй. Летает над селом, блять, как это. Блезди каньки, блять, ну стой. Ты уже выпадешь, когда приземлится. Приземлился, на него в десятером навалились, убили. Где-то горгулий скоро начнут бродить, блин. Выглядит все это довольно неплохо. Броня отравления на лесного эльфа. Белого. Ну это ж броня. У меня ж сетовая. Ага. У меня крылья сетовые. И щит. Не, погоди. Разве у тебя сетовые? У тебя ж просто желтая броня. А, нет, крылья. Не, все правильно, крылья а, у тебя нет. А, крылья желтые, это у меня. Ага. Наручи у меня с этого. И щит в сундуке валяется. Нихуя, блядь. А, блин, извиняюсь. О, блядь, толпа завалила, нихуя себе. Почему бы и нет? Нам не потребуется много времени. А, это подумаешь. Всего лишь пучка огра и вожак. Они нам уже не помеха, сказал человек с луком, который вообще не принял на себя ни одного удара, кроме вожда. О, у тебя есть какой-нибудь, у тебя есть массовый агро, Анти? Кто? Агр? А да, массовый. Не. Ну, блядь. Хотел на меня всю работу спихнуть. Ну конечно. Что, я буду танковать, что ли? Че тут. Ну тут, в принципе, это объяснимо. Он же все-таки гладиатор, а не варвар. Хотя и близко. Не знаю, почему у него вопли нет. Остановись-то, бэйби! Лол, остановись-то, бэйби, блять, по-русски-то. Окей, почему бы нет? Ну, оранжевый третий. Младенец Моисей. О, чемпион орков. С желтым ракезом, блядь. Я хотеть не увидеть, хотеть убивать. Иди сюда. А, ты это какой же уже ходил тут. Эликсировый. О, еще один чемпион.
что сосут чемпионы? Сейчас ты умрёшь. Я знаю. Я знаю. Да нет, просто... Ну, писать. Хуй во лбу. Наплечники искупления синие на тебя, Амич. Наплечники... Синие. Ну, давайте, а то у меня вообще, по-моему, наплечников ни одного. Ну, они тут со мной вот рядом не валяются. О, плечи аж появились. Аж появились. Возмужал. Так. Ну, наверх я не знаю, смысл большой идти или нет. Где там... На тебя мне не потребуется камни, много времени. Камни, следы лесные. Они все внизу где-то, эти задания, блин. Напомнили мне. Все, теперь не отстанет от меня эта мелодия. Чё, чупа-чупс? Только хуй во лбу. Да сам, да. Хуй во лбу. Ты для себя открой. Последнюю забыл фразу. Вкусный такой, блядь. Так, я тут нашел руну взрывной стрелы для тебя, гуру. Ух ты, взрывной стрелы. Взрывающий стрела. Ну, она ж мне нахер не нужна. Стрела, Акбар. Ну, я ее возьму. Ха-ха-ха-ха, не успел. Теперь это мое. Потому что быть добреньким постоянно это просто неинтересно. О, тут шайк целый. О, баба огры. Ух ты. Вайтинг 40. Не волнуйся. Что это за дупло? Что это за нон-стоп? Don't stop believing. Блять. А, чудо, я понял, что там. Там когтедралка. Улучшенный кинжал льва. Синий. Ты мне не нужен, но я тебя возьму. Убивай, подняли. Говорите за себя. Ничего не. Я свое тоже получу. О, блядь, теперь вторые наплечники выпали, желтые. На гладиаторы. Охуенно. 48 защиты, физическая сопротивляемость плюс 8%, физическая сопротивляемость плюс 21% выносливости. И один слот. Под предмет. Под кольцо, да, надо. Ай-яй-яй. Ай. Рыбись. Танк танком прям. Теперь. Надеюсь. Там, блин, внизу еще шайка угров. Мне не потребуется много времени. За гору два чемпиона бегают. Хотят его сосать. На. Да. О, еще третий побежал. Зов предков там выпал, руна тебе, гуру. Ну, зов предков. Погоди, точно мне? А то что-то я такого... А, да, 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 да. Он призрака выбивает. Он... Я тут уже все заучу. Получай. Вилбур упал. Сайта шипник. За 300. Поехали на новый комити батл сайта. Я буду шуточки про члены травить, а ты будешь про... Про нормальное что-то, не знаю. И с собой еще этого. Разработчика надписи на кладбище в Сакредах заберем. С собой там куча надгробий привезет. Будешь сидеть читать. Не, я тебя наоборот вознес. Потому что шуточки про хует может каждый придумывать. А вот что-то нормальное, это не каждый. Сейчас. Или ты про разработчика надписей. Вот не секрет, что он как бы хорошо постарался. Вот там, например, то, что
дернул за рычаг вообще. Мне так понравилось. Я думал, не усну, думал. Буду сидеть каждый день. Молосить всё. И стены ебать, блин. От таких речей. Цены на ручьи полка птицееда. Сам факт того, что у паука птицееда были наручи, меня огорчает. Четыре пара. Да, но это плата вообще из одних орков, насколько я помню, состоит. Тут в целом ничего такого особенного нет. Походу мы уже и всех их убили. Да нет, еще не дальше. Может, половину только прошли. Ну тогда пойдем эти, по квестам поделаем там. Обрезец камня и следы лесных стрелков. Я заодно очки вкачаю. Концентрация. Мирового насыщения. Да, кстати, в стиме сейчас скидки на резидент. Шестой резидент все еще стоит дешевле, чем... На One Piece и скидки. Нихуевая там скидка, кстати. На вот этот, на третий, который вышел? Да, Pirate Warrior 3. Надо посмотреть срочно, быстренько. Хоть игра, понятное дело, что не очень, но... Ну, я на стрим проходил. Мне, в принципе, понравилось, правда. Тян меньше завезли, чем должно было быть. А, кто там должен были? Ну хотя бы не рассказывай, я не хочу спойлеров, потом посмотреть еще хочу. А, ты анимаешь, до какой серии ты смотрел? До серии, где Усоп говорит, что я буду обманщиком до конца, я обману всех жителей снова, что... А, ну это начало, короче. Ну да, самое, там где-то 20-е. А мы с друзьями что-то начали смотреть, потом друзья забили, я вместе с ним. Давай, сразись со мной. Не, ну вот я поиграл в игру, я теперь хочу будет посмотреть. Я все посмотрел. Последние пару серий, наверное, только не смотрел. Получается, что это пока еще, ну точнее, не пока еще, а единственное из аниме прошлого века, которое все еще идет. Угу. То есть там Наруто, Блич, все такое. Dragon Ball, наверное. Dragon Ball, так Dragon Ball там каждый раз заканчивается, начинается новый. Вегета то хорош. По сюжету, если смотреть, как One Piece идет, я не знаю, мне кажется, мангака это помрет, прежде чем допишет эту мангу. Потому что аниме уже догнало мангу давно. Даже там. Да, поэтому. Походу он уже и помер реально. Мне нравится, что кто озвучивает Луфи. Да, бабушка какая-то. Да, она там одного из моих любимых персонажей в одной очень хорошей игре озвучивает тоже. Называется Sakura Wars. Такива, которая еще была переведена. Угу. Они там еще собирались третью часть переводить, но потом такие, да не. Ай, сука, конечно. Погоди, какие... А, все резики эти у меня. Показалось резинки сайта. Я думаю, что за резинки? Со всеми вкусами. Целебные травы из Узбекистана. Я бы взял еще, блядь, четвертый и шестой резик. А, ну у меня еще Revelation второго. Но так, они подождите, мне звонят. В первом приоритете. Ага. Угу. Анти, можно тебя на секундочку? Да. Подойди сюда, пожалуйста. Че там? Ну зажми Альт и посмотри, как этого типа зовут. Мертвый стрелок, а че он живой? Вот именно. С ним поговорить нельзя. Я уже поговорил, амулет забрал, так что можно будет сдать потом квест. Или что-нибудь. А, погоди, это одевающийся амулет был. Да не. Хуй знает. Он мне просто какой-то этот амулет дал из... С...
Шестой, кстати, очень по хорошей скидке, правда, у меня в долларах, поэтому у тебя в долларах, скажу, 5 долларов. А чё у тебя в долларах? Ну я ж в Украинке, у нас в Украине. А-а-а. И Европа, всё такое. Сборище воров! Так что я вот подумаю его тоже прикупить. А потом можно будет с тобой шестой резидент на стриме попроходить. Ну да, там с Релаем когда проходили, запись не сохранилась. А, я, неприятно. Uh-huh. А тут будет официальный. Я тебя буду... Короче, похуй. Да, задокументированный. Просто мне все время кажется, что там еще одна буква должна быть, я пытаюсь вставить слово, а там время произнося, блядь. Хейт наркомане получается. Тварь с меча от боли, чего? Ладно. Поехали отсюда, блин. Он на секунду у меня появился как напарник, и сейчас странно. Почему бы и нет? Слился. Задокументирован. Задокументирован. Ты видишь, Смарник? Он у меня сейчас тупо как спрайтом стоящим на лошади ехал. О, Сакрит, я тебя иногда люблю, но только иногда. Не обольщайся. Нет, я не выйду за тебя замуж. Так, найди двух сильных. Так мы нашли, блядь, или нет? А. Может, я должен? Ну, попробуй ты. Пожалуйста, найдите двух исчезнувших стрелков. Так, окей, значит, мы кого-то там не нашли еще. Да ну, как так? Ну, мертвый стрелок и чё, блядь. Может, оно завис? Сейчас я, погоди, попробую посмотреть задание. Так. Древо жизни мы, кстати, не прошли. Блять, вот. Так, следы лесные, найди двух пропавших. Находится на востоке одноварная. Начнем целебные травы и снимаем с лежащего рядом с травами трупа амулет второго стрелка. Отводим кроек, нейлона, золото. Хуя себе. А, он с нами-то и не пошел почему-то. Что-то квест багнут. Как-то непонятно. Блин, я должен тогда, походу, заехать за тем. Ну, страшненьким. А попробуй ты к нему подойти. Угу, я что-то это сейчас и собираюсь сделать. Mm-hmm. А зачем тебе резики, блин? А как ты думаешь, блин, смотреть на них, восхищаться шестым резидентом, блин? Алтарь поставлю. Молиться, блядь, буду. Сделайте мне, пожалуйста, хороший седьмой резидент. А если не сделать, это, блин, то ну и нафиг вас. Ой, слишком много медведей. Нас забанят за эту игру. Ебать, тут прям погоня за тобой бегут. Ага. Лучше я к тебе, а вон приди. Хорошо, сейчас слезу с коня и будем драться. А, я сказал, слезу с коня и будем драться. Ой-ой-ой, не будем драться, будем. Ай, ладно, будем. Главное, чтоб коня моего не отпиздили, как обычно. Медведи так стрелы воткнуты, как будто крылья. Ладно. Придется подбирать зелье здоровья. Рой Харт, стрелок из Тимбертона. Эй, стрелок из Тимбертона. Никак не взаимодействует с ним. Поэтому я пойду обратно к мертвому стрелку. Да, попробуем, что он что скажет.
И теперь он у меня с квестом над головой. Так у меня тоже, но я с ним говорить не могу. Ну что там? Никак. А, ну, возле того мужика почему-то он появился. Это значит, что надо с ним поговорить. Что-то он хуйню порит какую-то. Не по делу. Блять, в чаще лес. Пидорас ты. Так, ну ладно, давай этого мудака отведем, блять, к эльфу. Я не поведу вас. Так, сейчас посмотрим, в какую сторону вести. Ой. Вон тут куда-то там, внизу. Я уже думал, у меня сейчас саплет закрывается. Там он так завис, нехорошо. Сборище воров. Бля, мужика сейчас ебанут на помощь. А ты... Эскейп. Лошадь. Все, его сейчас страх. Ублюдок, мать. Все, задание провалено. Ну вот так вот. Черт, я, блин. Я стоял, руны обменивал просто. Он тоже хотел Оскар. Морди зашипел? Да нет. Он отключился. Там фанит немного. У них что, у всех наших ребят, зрителей, сверхчувствительные наушники, что они, блядь, там малейшую... Мне кажется, блядь, мышь будет пробегать у кого-то на заднем фоне там. Где-то у соседей, в соседнем доме, блин. У тебя что-то там, что-то бегает, надо... пойди проверь. О, 4 стрелы вообще. Ох, заебись, так заебись. Ну что ж, я понял, что это мне напоминает. Это мне напоминает, как раньше делались игры. Поначалу там миллион квестов всякие, там, иди сюда, иди туда, там, сделай то, сделай это, смотри, как здесь красиво, какой мир, как все классно, охуенно, суперски. Последующая локация, там 1-2 квеста, и то не рабочие. Прям как пиратский сервер Вова. Я помню, друг первый раз зашел на официальный сервер, такой: нихера себе, все работает, что? Разве его не надо было убивать там? О, этих, кто нас спасал. Я тут твоих друзей убиваю, лесных. Я тебе сейчас... Она сюда идет. Где-то там вообще было хорошо. А, пошел в этот провальный задание. Хоть отпизжу этих уродов. Что-то мне кажется, что мы с тобой не одной и той же дорогой скакали. О, меня даже в сетку поймали, нифига себе. В сетку из-под картошки, что ли? Ага. Нет, тут, видимо, из-под рыбы, она серая. Вожди, тут все орки воины, нихера. Драконы сраные. Ух ты. А я могу с ним... Или не могу поговорить? Ну вот я сейчас ёбнулся, теперь с ним говорить надо. Позволю ему... Потерпели поражение, теперь поэтому не сам в реке крови. Посмотрите, деревенский дурачок и его друзья. Деревенский дурачок и его друзья. Окей.
Нравта. Сейчас блин этих комаров отпугивать будет. Потому им не воняет. Это в рекламе? Как москитол, да. Потому не кусает. Блять, вонять ничего. Ты сказал воняет, я сразу вспомнил, как какие они используют под... не знаю, как это назвать. Пластинки эти, змеи там. Не пластинки, а вот в виде свиньи подставки для этих палок, которые поджигаешь, они дымят и отгоняют зловоние или благовоние. А, свежители типа. Ну, блин, не совсем освежители. Они там просто спираль такую зеленую поджигают, кладут ее в эту свинью. Ну да. И свинья всю ночь воняет. Ну вот этот запах, да, который от комара. Пиздец, блядь, наркомания какая-то. Там сам упоришься за всю ночь потом. Ну так и ты видел, что там в Японии это изобретают. Понятное дело, что они укуренные 24/7. Ну и тема для разговора. Ну, в чате все молчат, мы сами себя сейчас развлекаем. Ты умрешь. Как можно. Ну да. Поп шаман, да. Игра-то ни о чем, надо как-то другие способы искать развлечения. Ну, пока только, да, фарм, все дела. Какой напряженки. Ты возьми уже у коня квест наконец, он заебал. Мне походу его продать надо, чтобы сдать. Салют! Ну, блин, кто там это написал? Ветер? Ветер, если хочешь, я могу тебе рассказать, какую я охеренную пиццу сегодня купил морскую. Ой, блять. Я как-то взял пиццу с морепродуктами, мне что-то не зашло. Походу такая пицца была. Или просто вкус? Ну просто мне вкус не очень, как-то вот эти как-то обработанных, блять, морепродуктов. Те же мидии, как они там были, что там еще? Кальмары, блять. Ну кальмары, они, если их приготовить, они нормальные, блять, правильно. А когда их запекали вместе с пиццей, но они как-то непонятно получились. Не совсем, да. Ну да. Блин, а я вот сегодня купил, я думаю, я теперь буду там каждый день покупать пиццу, блин. Пока им не надоест вкус. Я тебя сам вот скажу. Хорошо, тогда. На десяточку. И вообще надо пересмотреть ночь перед Рождеством. Нет, какая ночь? Кошмар перед Рождеством. Мультик Тима Бёртона. Что там было? Интересно, в оригинале посмотреть или с русским переводом? Я вообще помню, когда он только первый раз показывался по ТНТ, и перед ним был хэллоуинский выпуск «Дома 2», который был, пожалуй, одним из лучших выпусков «Дома 2». Не зарезались? Да, все умерли. Зато от слизней член стоит хорошо, будет лол ветер. Что у тебя там за прошлое такое? От слизней хорошо сейчас. Ой, как всегда, какая-то хуйня с паролом. А потом, ну и темы у вас для разговора. Ну действительно, Артур, от тебя литнее. Тайские слизни для увеличения члена. Опять ты на рекламу нажал. Ну, блин, сколько раз тебе говорить, не нажимайте на эту рекламу. Развод. Спам. Вирусы. Плохо. Не нажимай. Надо отблок, который не просто скрывает рекламу, а пишет «плохая реклама, не жми сюда». А хорошую рекламу оставляет. Там типа «как реально увеличить член». Тяни за него каждый день. По 5 часов. Повесь на него груз там 10 килограмм, блядь, ходи. Гантелю, блядь, привяжи. О, баба тебя видит, и такая: ого, что это такое? У тебя в трусах, это гантель такая. Ха-ха-ха, хорошая шутка. Не веришь, вот на, держи. Достаешь гантель, даешь бабе, баба падает от тяжести.
пользуешься моментом. Не зря что таскал гантели на своем члене 5 лет. Ладно. Аж ветер, вот видишь? Видишь, какую хуйню ты заставляешь меня нести. Ух ты, солдат. Так, Морда тут стоит. А он есть, что ли, это ж, значит, прослушал? Да, он же, походу, еще по телефону говорит. А что это, кстати, за иконки над NPC, когда я подхожу к ним? У них типа глаз с восклицательным знаком и два... Хуй знает. И два скрещенных меча были. Может, это значит, что я могу его убить, а оно висит. Чё это у тебя их? Так. Блять, мышка заебала. Так. Окей, так, ну допустим, мы запороли древо жизни, следы лесных охотников не хотят выполняться, значит, в принципе, нам тут больше делать нехуй и можем отправляться в это, в замок Скала Воронов. Наконец. Так. Не знаю, охотник с головами нет, наверное, нам смысла особо выполнять, потому что там, блядь, 21 заказ, и они, по-моему, по всей карте разбросаны, эти заказы. Ну да, тогда. Слишком муторно. Не стоит. Да и награда дома не очень будет. Блин, хуй выйдешь отсюда, медведь. Надо стырить коня у Мордека и уехать на нем подальше. Сервили на E3, какую можно придать в стиме за 2к, да. Как тут видишь, вот. Ну как тебе сказать, может эти... А я тебе скажу как, потому что мобы враждебные для нас, для них дружелюбные. Да ладно. Да, или нейтральная, поэтому на них они не агрятся. Или просто NPC настолько высоких уровней, что им вражеским нашим мобам, там, медведям, гоблинам, похер на них. Как медведи, обычно. Медведи, наверное, видят какой-то невидимый забор вокруг села, блин. Тоже как вариант. А что еще бы придумать такого? Найти причину, почему не атакуют. Анально отгородить. Анально, что ли? Сайта. Или сайт. Какие свои шуточки. Говорю, поехали. Все. Куда? Comedy battle. Все, мы решили, какая у нас будет рутина. Я буду шутить про члена, он будет шутить про жопу, и вот такая у нас гейская комбо будет. Блять, звучит страшно, особенно когда я сегодня в Блазблу играл, там, блять, в стори моде, там, поехавший один гей оказывается. Жесткий. В Блазблу? Это вот это вот йо-йо, что ли? Чего? Это йо-йо или файтинги? Файтинг, создатель Гилдии. Так сказал, будто бы я вспомнил, я не вспомнил. Я сначала подумал, что вспомнил, но нет. Кто из них гей? Это этот джин, который, блядь, на брата своего Рагна теребит постоянно. Чё тут у вас? Зафрендзонил одну тяну, блядь, с братом бухнул. Да, мы решили покинуть тот город, два квеста мы запороли, можно сказать, поэтому можно идти дальше. Ага, и начали про Блазблу разговаривать. Ну, сперва про жопу и члена, а потом до Блазблу дошло. Нормально. Жопа члена, а потом Блазблу. Окей. Вот это поворот. Ну, я, к сожалению, тут пока болтал с батей. И я почапал ужинать. Я ненадолго. Скоро вернусь, сейчас такая кровавого медведя запизжу. Давай. И пойду жрать.
Ты там смотри, чтобы безопасно все было. Все нормально. Все, я убежал. Ага. Приятно. Спасибо. О, даже вернулся. Радиатор. Логично, сайт. Почему бы и нет? Вот ты, если бы медведя убил, ты бы что, его не съел, что ли? Прикинь, какое исполнение мечты. Убить медведя и съесть его. Это же, блин, на десяточку. Если медведь тебя выебал до этого, что ты будешь его есть? Ну да, все, он теперь пустой. Не надо его там от всяких всего там очищать. Таких нечистот. Блять, почему-то раки вспомнились. Прям жопу, кишку выдирать надо. Медведя так же, да, будешь член выдирать, блин. Приятного аппетита. Ну, надеюсь, он ушел вовремя. Да, надеюсь, он нас не слышит. А то жопу, кишки, там говно льется, сука, блять, надо все это вычищать. О, интересно, а как человека есть? Наверное, точно так же неудобно. Не пробовал. Я тоже. Хотелось бы, но мешает уголовный кодекс. О, ну что тут интересного появилось? Магические знания, медитация. О, еще хуйня, 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 хуйня. Переменят было, блин. Радиатор. Что-то ничего вообще нет интересного на ДПС. Бля, ну хит, надо их ёбнуть. Там, где ты будешь. Я тут же шурень получил, стою, распределяю. У меня же 20-й, ну да, все правильно. Как мордыка получил 19-й, это непонятно. Пельмени из медведя. Или из человека. Человек-медведь. Комбо. Ой, я новое умение могу взять. Так, что бы взять, блин. Хоть и не мечом, да не боем. Бой без оружия, два оружия. Владение топором. А, что бы выбрать, два оружия или владение мечом? Вот. Если меч хороший найдешь, то бери. Бери, конечно же, мечом владение. Я имею в виду. Это полезно. Это нужно, это необходимо. Вдруг меч попадется хороший, а у тебя нет владения. Нет умения владения. В принципе, да. Если там ничего поинтереснее нет. Как у меня, например, я, блядь. Я. У меня какой, да, пятый навык вообще торговля стоит. Почему бы и нет, я подумал. Потому что ничего интересного не было. Ну а что мне надо? Мне надо дальний бой и атаку повышать, и все. Mm-hmm. Так вот, пельмени из медведя. А ты потом сказал и из человечины, я так подумал. Есть же свиноговяжье, это будут медвежье-человечье. Или человечье-медвежье. Ну лучше? Да, есть же этот смешанный фарш, там свинину смешивают, говядину. Mm-hmm. А вообще, вот так вот, если подумать, какого бы ты хотел животного попробовать мясо, которого ты еще не пробовал? Тяжелый вопрос. Ну да, нелегкий. Бля, выйти. Во-первых, надо сначала вспомнить животного, которого... Да, по-моему, жар хомяка предлагает. Не, хомяка там есть нечего. Да, вот я тоже об этом. Там, чипсы, блин... Как чипсы, блядь, там в жареные пельмени накидал, блядь, какие-нибудь. Которые, знаешь, продаются там, блядь, с мизинец, нахуй. Ага. Равиоли эти. Типа такие, целую тарелку хомяков нахуярил, блядь. Сидишь, просто трескаешь, блядь. А чё, почему бы и нет? Ну да, одним сыт не будешь. Хомяк, значит. Интересно, какого хомяки к пиву? Да. Вяленое. Блин, звучит. Как хомяк говорил, это оленин. Ну, может, оленину бы я попробовал. Оленину, ну да, Скайрим там все такое, оленина.
Не, оленина это, конечно, да. Правда, Хомяк сам говорил, она либо понравится, либо не понравится. Там у нее, наверное, какой-то вкус специфический. А может, просто мясо сильно жесткое? Ух ты, кофе коррозия. А, да, себе. Еще сундук. Ничего интересного. Стой, сундук. Так, значит, оленина. Может, что-нибудь поинтереснее придумаем? А про оленина, как бы такое сильно, сильно легко добываемое. Там в Сибирь поехал, купил себе мясо. Нихуя себе. Не знаю. Ёж? Африканцы порят еще этих летучих лисиц. Летучих лисиц? Ну да, такие здоровые летучие мыши. Угу. Вы, вот это да. Вы не выполнили для меня одну кровавую работенку. Убейте торговца, который находится в городе могилы шахтера. Охуя себе. Помогите мне отомстить. Люди в тавернах говорили, что вы появитесь в городе и сможете мне помочь. Моя сестра Брианна. Какая порноактриса, блядь. Да, покоится в мире. Ее душа стала жертвой этого отвратительного человека, который приводит себе молодых девушек и удовлетворяет свои развратные желания. Вы должны это... Че, он ее затрахал до смерти, что ли? Да. Походу. Ну че, поможем, Тян? Ну, понятное дело. Будет это ж квест, за него дадут что-то, поэтому делаем. Ну да. Так, как он называется-то у нас? Торговец из города Могил Шахтер. Оригинальное название. Так, по карте надо посмотреть, где мы находимся. Я вот думаю, Сайта сказал фаршированный еж. Походу, хавать ежа будет так же, как, например, из тарелки. Иголками вниз. Ну, то есть просто как вынимать тарелку. Могилу актер. Наверное, я имею в виду, тяжело же все будут иголки вот эти подоставать, чтобы... Ежа ебануть? Ну да. Ну, хуй знает. Да уже ежа смысла особо нет. Там как бы, и понимаешь, не эти... Силы, наверное, не оправдают средства, блядь. Ну там выбьешься, там весь день будешь с него выковыривать, там хуёво на вкус окажется. Угу. Блин. И по размерам, но он чуть больше может хомяка, блин. Тем более. Надо, знаешь, как индейцы скальп снимают, блин. Разом всю шкуру, блин. Ну да, я... О! Гридон. Знаток ежей. Скрывает снизу. Там нет иголок. Я ж так и подумал, я ж говорю, как... Может, он с морскими перепутал? В морских ежах-то, кстати, и кружат. О, блин, а морские ежи? Я как-то даже о морских существах не подумал сначала. Я бы осьминог захал, я, по-моему, не... А, нет, пробовал какого-то осьминога. Ну, осьминога они как... Они как кальмары, они не очень. Ну да, они с обычным вкусом своего не особо имеют. Угу. Просто как резинку пожевал. И все. Если его нормально сготовить, он вполне ничего. Его варить долго нельзя, а то он в резину превращается. Там буквально минут 5-10, по-моему, варить. О, даже так. Так, тебе что от меня нужно? Тоже мне ангел вместе. Как там звали эту девку? Брианна, да, помню, с ней пришлось повозиться. Но чего тебе? Я разберусь с тобой, оставлю тебя как евнуха для моей коллекции. Отлично, блин. Евнуха? Ты сильнее, чем твои солдаты. Ну, собирался мне пинус отрезать, все убит. Не получится у тебя. Гном я сталь. Съемно. Суслятина. А. Звучит заманчиво. Суслятина. Угу. Что-то знакомое, блядь. Нет, я имею в виду, я где-то слышал фразу. А, это этот. Свинятина. Осторожно, Модерн 2 был этот. Нагиб рассказывал, как они суслятину там хуярили, блядь. Задан, блядь. До сих пор снятся, блядь, призраки сусликов. Типа как вьетнамский синдром, только с сусликами. Осторожно, Модерн, конечно, был в свое время неплохим.
Ты, кстати, куда убежал? Тут еще две бабы не спасены. Да. Сейчас я просто это издать квест убежал. А так может, если бы мы освободили этих, то может и награда была бы побольше. Да вряд ли. А тут суслятина, свинятина. Свинятина, свинятина! Боже мой, да он бейба зарезал. Я не буду есть бейба, в рот не ноги. Смотри, что ты делаешь. Так, сейчас спускайся обратно. О, мантр 8 левела. Дрозда хочу попробовать. Дрозда? Охуенно. Угу. О, прошу вас, помогите, здесь просто ад, вы можете вытащить нас отсюда. Хуяси. Сразу третян мне на шее. Чё это я один их тащу? Угу. Ну так надо. О! Завтра еще 10 поднимешь. Сегодня уже все, выдохся. Эх. Да, мы уже 20 уровня. Да, ты пока там поднимешь 18-й. Ну, воробьятина, голубятина. Голубятина, я думаю, все жрали, блядь, только да, не знали об этом. Это не совсем то. Убогий, ты слышал, Бриан, ты умерла, но, по крайней мере, за твою смерть там все это... О, да, дал еще награду за то, что мы и баб провели. Ага. О, и Киви Чатина. Киви Чатина, это как Туреш. Сейчас забанят. Ага. Да, Сайта сам согласился, что голубятина звучит двояко. Фу, блядь. Фу, нахуй. Силка из пасифропа, блядь. Замашки серийных убийств. У них этот... У них мясо противное. Так что не надо. Так, ты еще в подвале в том сидишь, что? Ну да, там же, блин, мобов сколько. Хуя себе. Не, голубая кровь это не совсем то. Но, новое мясо там просто везде там название хутин, типа голубая луна там, блядь. Сорт голубая. Где здесь ближайшая таверна? Пидер тухлый. А, блин, реально, попробовать мясо какое-то, которое не красного цвета. Например, там какого-нибудь, как его, холоднокровное. Там, ящерицу. Или еще что-нибудь. Змею, блядь. Змею. Тоже всякую. Говорят, к слову, потенции, блядь. Винище из змеи, там, в бутылке биксуют, блядь, прям. Винище из змеи. Я видел какой-то фрагмент там, необычный вина, там целого, прикинь, целикового медведя, блядь, ему соль, там бутылка с медведя рост. Нифига себе. Это как получается, как квас только из медведя, да? Угу. И алкогольный еще. Ну там прям в бутылке медведь, и он в вине там замусолен, блядь. Как эту бутылку наливать только куда-то, я хуй знает. Такое себе вино гигантов, блин. Интересно. Еще есть блюдо такое, блядь, какое-то, по-моему, во Вьетнаме, что ли, оно, или в Корее, не помню, там где это. Еще когда птенцы в яйце, короче, только там им пару дней там стукнуло, их прям сразу хуярит. Да, 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 кстати. И они еще вылупятся, не успели, их уже сожрали. Гомункул, ну да, типа того. А теперь я могу вам использовать любой омлет одной фразы. Куриный аборт? Не. Если вы найдете, когда будете разбивать яйца, чтобы сделать яичницу, маленькую кровавую точку, значит, это яйцо уже было готово превратиться в цыпленочку. Яйцо залетело. Ага. Ну, это логично. О, конина. Ага. Конина. Не, ну коня тоже легко добыть. Кони, колбаса, он продается. Ага. На Кавказ поехал. Колбаса.
голоса звучат странно. Пинус какой-нибудь. Бычий хер, все, я все сказал. Не, бычий хер ни за что никогда. Корей хуи едят во всех мастей, блядь. Конины и бычьи, блядь, собачьи. Ага. Собачатина, блядь, пиздец. Ну давайте не будем обманывать себя, котятина там и все хавали. Кто шаурму покупал? Не, это как мы, блядь, в этой, еще когда в школе учился, там просто заходим в столовую и спрашиваем. Ну там беляши продаются, спрашиваем, котят свежие, блядь. О, Ростелеком. Че Ростелеком? А, морда что ли? А, ну да, как на MTV показывает. Давай наспор, блядь. Где хуи за деньги, Израиль тоже. Ну хотя бы кишку не заставляли хава. Чё думаешь, кишка хуже хуя, что ли? Не очищенная, да? Эй, ну, постой! Ну ты понял, да? Ещё, да, перед этим в туалет сходили. Нет, если перед этим сходили, то все нормально, это очищено. Если не сходили, вот это уже не очищено. Так, Ворна сказал мне о том, что вы приближаетесь, прошу вас, помогите мне. Солдат Деморти убивает моих близких. С удовольствием. Как я тебя сочувствую. Да, прям мне передать слово. И отклонить. Такая себе помощь 21 века. Я так тебе сожалею, твоих родственников убивают. Я так бы хотел тебе помочь, но, знаешь, у меня тоже... Ну да, Блазер жрали, почему? Деньги же всем хотят. Там на то время деньги немалые давали, в принципе. Там 100 бакинских могли вполне накинуть. Или 200 там. У баб на ура просто расходился. Ха-ха. Сексистские шуточки. Так, ну я в крепости воронов уже. Ну и я тоже. Так, подаю все. Ну это оружие, нифига себе. И это оружие, и то оружие, все оружие. По-моему, тут есть какой-то скрытый портал на один остров с драконом, если мне память не изменяет, с огромным который. Звучит интересно. Так, пожалуйста, отправляйся к пруду и проводи мою невесту в замок Скала Ворон. Считайте, что все сделали. А мы его сможем убить, если мы на него пойдем? Не знаю. Вдвоем вряд ли. А вообще узнать. Что-то в бардака, это может он отвалился и больше не вернется, и мы тут сейчас я раскачаемся до миллиона города. Чего-то он вернется, почему нет, там же есть шум. Там мало ли. Будем надеяться, что вернется. А пока надо посмотреть, что тут продается интересно. Так, так. Перчук. О, интересно этот, а зачарование можно снять? Или просто можно поменять на другое? Ну вот эти ты имеешь в виду в ячейке, когда вставляешь? Можно, да. Можно. Да, просто вынимаешь, вставляешь в другой. Ага. Не надо хорошее оружие найти.
Сапоги мифов. Это чьи? Темные. Так. Прекрасные распрекрасные. Походу, это была любимая передача сайта. Какая? Жить член. Показывали на весь мир, как Америка сосет хуйня. Похлопал себя по спине, молодец. За хороший шоу. Славно. Я сегодня в ударе прям. Прям. Затрою. Мне пришли розовые клавиши вместо фиолетовых. Я наебали вон. Теперь ты будешь у нас гламурным. Не хочу я твои лавы. Не хочу домой тачки. Я хочу, чтобы ты мне прислал розовые клавиатуру. О, какой-то квест стоит, а ну. Тревель посоветовал обратиться к вам. Большие документы сделаны так, чтобы... Что вам сделать? Угу. Какое-то злое задание. Подменять документы. Блин, а какие розовые намного лучше выглядят, чем фиолетовые. Такие яркие, бросаются в глаза. М-м-м. Красота. Был бы ты в Saints Row, ты бы сейчас поехал к тем, кто тебе выслал розовые. И раз... Это раз. Сайт на розовую клаву бери теперь. Он бы как бы ее уже взял. Ему только клавиши подогнали пару штук пока что. А, ему пару штук подогнали, не всю. Так, блин, понятное дело, розовую бери. И смотри, как розовая выглядит, классно. Малиновая такая. Ух. Малиновки заслышал, классов, блядь. Не, ну это уже реально розовая. Хуйня розовая. А вот оп, малиновая, такая красивая, приятная. Да, наконец-то появились замческого воронов. Мне очень пригодится ваша храбрость. Убейте жестокосердного капитана де Мордри. Принесите мне его голову. Я знаю, что я делаю. Окей. Целый район пидором. Бандитский Петербург. Ну, они прямо людей убивают. Бабушку застрелили на моих глазах. И надо будет потом это пересмотреть запись и увидеть, как это произошло. Потом этот вырезать и на ютубе запилить. Прекрасное времяпровождение в Сахаре. Стой на месте! Ты мне нужен для ровного счета. Капитан Свинорыл. Удар бога охуенно. Правда, долго делается, но, наверное, урон не хуёвый такой.
Ты взял это задание с подменом документов? Нет, конечно. Надо было брать. Ну да, мог. Ну, я имею в виду, мало ли, ты же говорил, что там ключ. Да ладно, уже за пароль две миссии, уж терять нечего. Ой, нет. Ой, нет, ребята, все, Анти у нас сдался, не хочет ты. Не хочет проходить сакрит. Да это я-то пройду, ну просто сейчас можно уже брать, наверное, без зазрения. Ну блин. Статистику испортили. Ну блин, как расстроил человека, что он аж говорит, все. Не хочу я больше ничего проверять. Бери, что хочешь. Ладно. Сейчас. Я, блин, пытаюсь тут в одно место попасть. И когда я пытаюсь открыть ворота, она начинает у меня оббегать с другой стороны. Открой ворота, как я делаю сюда. Ух, какая красота. Повешенный. Капитан... Аж. Кто? Ах, я в твою. Во-первых, сначала я неправильно прочитал. Я прочитал капитан гвардейцев шкуры. Потом я понял, что это шакуры, и теперь мне, блядь, еще смешнее. Шакуры. Шепелявите, родной. Шакуры. Что происходит в этом городе? Мне еще надо этот квест обратно найти, а то же я его не взял, теперь, блин. Беги, мчи. Да если я пройду, не умею. Так, тут не пройти ни хрена. Ну круто, пока ходил поужинать, меня выкинул из игры. Спасибо, Ростелеком. Добро пожаловать. Пожаловать. Чего там, наверное, уже там 25-й левела? Ну так. 20-й пока. Угу. Значит, теперь я отстаю еще по уровню. Надо кормить, надо идти кормить. А тут же ж не так тяжело это делается. О, у меня коня убили. Что, вот это уже штаны намочил? Неприятно. Мой герой тут говорит, что штаны намочил. Коня убили. Ну окей. А, тю, зеленый это выполненный квест, блядь. Да. Ага. Стою тут 5 часов, думаю, что же происходит. Погоди, ты только что квест выполнил? Угу. И мне опыт дало. Значит, глобальный опыт все-таки. Значит, я просто не замечал все это время. Сборище воров. Может, ты рядом был? Да не, я не настолько рядом был. Может, да, реально, в одной просто зоне вот так. Красный там или какой. А ну-ка, сейчас... Сейчас я вам кое-что зачитаю. В городе я чувствую себя свободным. Жареный перепел из Брейврака. А гладиаторов здесь не видишь? Ага, герой. 6 перепелов или перепел. Или, если это невозможно, сойдут и 3 курицы. О, то есть... То есть рецепт такие... называется перепел, но сойдут и 3 курицы. Да, и убейте их. Ну логично, как бы в живьем нельзя ставить. На огонь, так вот, разрежьте их вдоль позвоночника и придавите под прессом. Ставьте один шампур или шампур вдоль позвоночника птицы и один поперек, чтобы зафиксировать крылья и ноги. А, крылья и ноги. Намажьте тушки жиром или маслом, поперчите и посолите по вкусу. Жарьте ее, жарьте на открытом огне до румяной корочки. Затем приготовьте соус. Смешайте сахар и горчицу с растительным маслом, добавьте немного красного вина. Выдержите на медленном огне до загустения. То есть такой себе рецепт жареной курицы. Ну да. Че, все, весь рецепт? Да.
Тони, жертв, жертв, еби ее. Блин, не так далеко мне до вас бежать теперь? Ух, ебать. Не очень-то что. Ну да, не очень-то уж далеко, вы там до дипломатического поручения добрались уже. Добро пожаловать в сайт. Обратно в наш мир. Репчик Терминатора, типа, как хомяк рассказывал. Блин, без коня это тяжело добираться, однако. Угу, ну, о, цыганский табор. Задание? Ну да. Ненавижу, блядь, цыган. Мне понравилось это. Это слово такое, да? Просто из ниоткуда. Ненавижу, блядь, цыган. Да ты из этого, из большого куша. Ага, я не знал. Пиздили. Да. Художественный фильм. Что, простите, блядь? Непонятно, непонятно. Это большой куш в переводе гоблинским, да-да-да. С Брэдом Питтом там, блядь, и... С Джейсоном Стэтхэмом. Какой-то поезд. Это как будто это такой молодой. Ага. Мало известно. О, блядь, я нажал на поезд. Задание провалено, блядь, почему? Я чё, инквизиторов каких-то вызвал, правильно? Походу, из... А что ты сделал, как оно там называется? Нажал на поезд. Планы инквизиции, а. Там надо было их подменить, когда никто не видел. А кто видел? Походу, тут... не было никого не было? Ну кто такие? Я вас не звал. Идите нахуй. Ну мышь там, наверное, какая-то её. И теперь говорит королевский агент. Вас заметили, вы все испортили, черт. Нужно было... Вас заметили? Ну да. Кому-то другому нужно было довериться. Переоценил вас. И теперь ваш провал отзовётся бедой для всего королевства. А вот оригинальный документ. Отзовётся бедой, отзовётся бедой. Сейчас я это задание запомню. Так, я взял оригинальные документы, где их, на чё подменить-то? Да уже, походу, всё. А? Да, уже. Это и было, что ли, то задание? Да. Подменить документы, всё такое. Ну что ж... Ты не сильно расстроился? Ну да. Так, прогулка ещё и цыганский табор вообще где-то вне замка выполняется. Морде, ты еще не добрался до нас? Да нет, мне еще долго. Можешь будет. Вот по пути где-нибудь там пешком. Выполнить эти. Они у тебя вроде отображаются на карте. Я пешка драпа, мне без коня теперь. А, коня загрызли, твари какие-то видны. Так, сейчас попробую найти, где тут этот портал с драконом, блин. Ну нихуя себе, у вас там приключения, блядь. Так. А, тут он какой-то этот, пещера. Где там гуру? Я здесь. Пойдем в пещеру сходим. Ааа, пидорас. С тобой в пещеру? Пещера. Гладиатор лесной эльфи. Пойдем. А потом они заварили пойдем чай. В лес город покажу. Куда ты убежал? Нихуя себе, меня орда злых волшебников встречает по дороге. За кого? Орда. А. Ну тут просто куча, там штуки 4 этих злых волшебников. И все сосудками кидаются. Морозы. Не заебался на сутками, приносит 4 дамага. О, новое умение. Что есть? О, дальний бой можно прокачать. Круто. Пошел вкачивать дальний бой. Ты сжал так и охуел, да? Типа я единственный лучник в команде.
Ну, я надеялся на это, но, видимо, если тебе нравится быть лучником, то почему бы и нет? Ну, что с лука удобно. Ну, если верить мантру, нам скоро вообще работать не придется. Он сам там будет всех нагибать ходить. Ну, он там создал как невидическую камбу, блядь, с их заклинаний боевого мага. Ну, я так понял из слов мантра, то, что он сказал про магию воды, он ориентируется на водяного мага. Так, я не знаю, что тебе подсказало, что он ориентируется на водяного? Ну, мало ли, он как бы ничего не говорил вообще, на каком классе он будет играть, и каким-то там роде. А, ты имеешь в виду магию воды? Ну да, он не говорил, что он за мага играет. Почему ты не убежал? Он просто сказал, что будет на магию воды за мага. Магия воды, понимаешь? Магия воды. Водой поливать будет. Пиу-пиу. Водяной пистолетик достанет, да. Там, походу, этот, как струёй, наверное, будет её водить, как ледяной луч у чародейки в Диабло. Поток такой. Давай хуебалы к нему, да. Еще главное, аллилуйя, слышь. Yeah. Удар богов, блин. Как гранат святая из Ворнсов, блин. Это было мое любимое оружие всегда. Хотя я им никогда не попадал, но когда я его кидал, мне всегда было весело. Троих вырубил, аллилуйя, блин. Аллилуйя, Джафар. Это будет быстро и бесполезно. Все, буду качать теперь только этот скилл имбовый. Видимо, зачистили? Нет. Я вон вижу, как еще один там ходит внизу. Не один даже, он как толпа целая. Ну, идем. Так, всех в кучку заманю, блять, как ебану. Аллилуйя. На нахуй, четверых, блять, одним ударом. Да, реально имба. Нахуй БФГ, блять. Тут прям с одного удара кулака четыре улетает. И это только первый уровень навыка или? Не, у него третий уровень. Ага. Да. Блин. За каким-то теперь бесполезным чувствую. Да ладно, у тебя нахуенный дробовик. Интересно, как он на более жирных мобов будет действовать из заклинания. Ну, просто дракон уровень поднимет. Дракон, ты, думаю, не уебешь. Вот, давай, заряжай. Оу. А, и на лучников это тоже не совсем хорошо будет. Не жди старухи с косой. Если они будут просто стоять по разным местам. Ну да, на одного не так прагматично. Так, какой-то волшебник тут стал. О, портал открылся. О, портал. Это, наверное, тот, о котором я думаю. Это портал. Если это к дракону, то нам пиздец. Зайдем проверим. Сейчас тут все долазим до конца и проверим. Так, ну чё, пошли. Посмотрим. Ага. Давай, ты первый. Сейчас, погоди, он зайти не может. Это я, да? Да, оп. Это он. Пиздец, нахуй.
Сейчас будет. О май га, вон он. Во! Ничего себе. И какого он уровня? И какого? 23-го. Давай, сразись со мной. Давай, сразись со мной. Ой-ой-ой-ой, сразу ну, стал. Кто хотел дракон там в чате, наслаждайтесь. Бля, я его ударил, ему похуй вообще на этот кулак богов, бля. Да. Ух ты, как хорошо, что я здесь стою. Кровожадная крыса. О, как он все умудрился сделать. Огнем. Вот меня лунной походкой бегает. Почувствуй себя в ДС. Ну, в принципе, я его могу делать вполне. Правда, это долго будет. Он, сука, пячется постоянно. Давай, аллилуйя. Сейчас ты умрешь. Ой. За жизнью не забывать следить. А к тому телепорту можно телепортироваться? Хуй знает. О, еще метеорит может кастовать, сучок. Ух ты, принести чечевичный ликер? Обязательно. Ты не в том городе. Я понял. Я просто этот... Телепорт еще. Я надеюсь, только у меня хил хватит. На тебя мне не я уже до слова дракона ему снял жизнь. Может, через портал не сможет пойти, если что? Нет. Ну, значит, этот. Блин. Да, все упали, я устал, дракон. Давай, Тиндерфон как раз рядом находится. Ой, я чуть не сдох, блядь. Он в тебя огнем попал? Не, лапы, пиздец. Он где-то, и чтобы мне почти все жизни снять, ему раз в 4 лапы надо удать. Да, 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 Мортис уже добрался ему. Ну, больше половины здоровья я ему снял. Блять, он только шлюху подхватил. Задание прогулка. А, ну вот, рядом ты уже с нами. Угу. Ну, точнее, с тобой. Куда вы там убежали, там интересно. В город, блин. Там, где я, походу. Не, Морди уже рядом со скалой. Это разве мы не через город попали туда? А, ну, там в городе пещера будет. Угу. Я же об этом... говорю. Я его почти убил. Осталось D и 23 уровня. Ты тебе его хоть оставил, мы бы хоть опыт получили. Ну, могу, в принципе. А я дойду. Я надеюсь, только у него жизни, блядь, не установится.
истерит еще сучонок. От него побегаю просто. Мало хп потратил. В смысле? Ну, бутылок. Больше половины спорол. Ну что, все равно еще можно купить. Ну да. Но зато мобы восстановились. Вчера он поджарил на другой части карты. Так, ну в принципе я там встал, он за мной не погнал. А как эта способность называется у тебя, этот кулак? Кулак богов. Ага. Я тут просто разящий удар выпал. Мало ли, подумал. Бля, он все-таки ко мне подходит, я вам тени вижу, ты един. Я иду, но блин, ты надо един. Еще Мордекая подбежать. А, тихо. Ты, а я думаю, ты, я скажу. Ты, да. Ой, убил, блядь. Пидорас. Шерстяной. Ёбаный в рот. Надо теперь вы меня ждите. Ага. Сейчас все соберутся, все побегут. Так, где мой конь, блядь? Ты. Dragon Town. Бля, он ебёт коня нахуй на закате дня, бля, нет бы здесь не что? Спросите. Песня одна. Он вроде отъехал. Что это за фотошоп? У тебя турет, что ли? Гор. Наверное. Просто картинки видишь. Да этот в отдельном окне открыл чат. Вот сижу, смотрю. А, да, у тебя же два монитора. Все упали, а я устал. Серьезно. Забавно. Это моя фраза была на драйвом удобном, когда всех напарников положили. Да, я понял. Гаремчик, блин. Ну, все тут такие спортсмены, блин. Отжимается по 20 лет. Я, блин, да я не буду хвастаться, понятно? О, зато тут можно этих мобов поубивать потом. Ну, вот видишь, морды, ты уже 20-го, ты жаловался, что не догонишь. Мордекай? Да тут, я просто тут в магазине пока. А. Так, почему так избавился у некоторых? Сейчас сдам мини-квест. А, я вижу проваленный квест. Так, а где же там, в какой пещере или где? Ну вот я сейчас почти подъехал к городу, сейчас покажу. О, ты почти возле этого, чтобы воин у замка Демордри. Угу. Бля, хуёво без коня, конечно. Gotta make a move to the town that's right for me. Я, кстати, заметил, мы после смерти появляемся там, где я сохранился именно. Думаешь, если сохранится? Ну, если сохранится тут, возможно, мы начнем из этого города появляться.
Нужно попробовать. Есть мнение. Блять, меня схватили, ёбаный маг. Так, отцепился. Блять, схватил. Пидор. Вот что это такое? Ну, свои центакли энергетические, блядь. Вот его ебал. Да, это смерть, конечно. Как-то где-то ты выше, чем я находишься, да? Судя по общей карте. Так, мне левел подняли. А, блин. На СКПВ опять. Сейчас надо. Так, ну я прям вот сейчас у ворот этой крепости. А, он всё, не забыл. Так, вот Мордоч. А где город? У тебя далеко еще? Я в этом, я уже в пещере. А. Так, ну тогда, Морди, беги за мной. Иду, бегу. Только ты будешь, станешь угорелым, ну ладно. А, вот там тебя Джа просит еще какую-то ссылку открыть. Ладно, я бы с радостью, но я бы с меня опять сакры зависнет. Так. Чего не хочется? Так, сейчас посмотрим, где тут. Не срежешь, наверное, нигде толком. Так, так. А, окей, так. Хорошо. Так. Ну, только выключить после стрима уже. Вот сюда нам надо. Коротка матч Россия-Словакия. Сейчас, подожди, подожди, мне нужен конь. Вообще любой. Купить. Сесть. Поехали. Ну ёпта, ну ты пройди через калитку. Застрял. Кастрация кротов, что? Что они несут? Кастрация котов в Челябинске. Не надо, вот. Котов, кротов он написал. Ага, там котов написал. Так, пещеру вы уже зачистили, да? Да. И какая-то мышеподобная херня нарисована. Там вот все время прямо, короче. Опять у меня конь какой-то причине умирает. Не могу понять. Вот, почти пришли, он там курочек стоит. О, кажется, может, надеюсь, он, блядь, из этой не пещеры попал дракон вот, открывается. Он написано у кошки. Катя, я вам сейчас расскажу один лайфхак, который реально работает. А, да, по-моему, это дракон я вышел первый раз, когда играл. А вы уже зашли? Да. Да. А этого дракона я вообще в последнюю очередь увидел. Я про этот портал не так давно вспомнил, когда проходил. Главное, чтобы... Главное, чтобы на меня не сахарился. Биду раз. Хватит. Я буду здоров. Спасибо. Хватит агриться на меня. Глядь. Не волнуйся, мой юный друг. Ну, кажется, я молнию уйду. Не волнуйся, мой юный друг. На нахуй. Ноль урона. Хорошее начало. Все, он почти сдох, держи. Все сдох. Ай, бля. 37 тысяч опыта, блядь. Я только под конец, как только он начал умирать, такой, надо же, блядь, прожать наставника зелья. Ну что ж, теперь, когда я вам это сказал, вы, наверное, тоже пожалели, что не прожал. Да нет. И Бобби просто там плачет на заднем плане тихо. Да, до скорости атаки до твоей имени, конечно, супер далеко. Ну так, блин. А что, где мы находимся на этой карте? А, тут тоже примеры. 21. Ну, нас тут тоже ждут, блин. Так, где мы там, аллилуйя? Ой, ебать. У меня, блин, 59 скорости атаки за счет того навыка. Понятное дело, что пока еще далеко. Еще, потом будет нормально.
Бой будет недолго. Как лето все простывают. Это называется аллергия. А, аллергия еще. На пух, что ли? Подпаленный пух, жара, петух. Ебано, блядь. Я себя знал, что. Ну да, видимо, что-то цветет. На этой аллергии. Аллергия на лето у меня. Когда ты в школе, лето еще хорошо. А потом как там уже нет, не очень. Ну да. Вдохнул приправу доширак, блядь. Пары доширак попали в легкие. Опять про доширак будем говорить. И про то, как можно через доширак на коту пихать. Ой, падра, что это у меня тут такое? Доширак с пармезаном и песто. А ты реально упоролся. Почему ты не убежал? Какие-то новые слова неизвестные попридумывал. Песто. Ёбаный рот, как так? Мультивыстрел, отлично. Неужели наконец-то попалась руна, которая нереально полезна? Чан Рамен. А, смотри, чтоб, это знаешь, чтоб не говорить, что ты продавец там в какой-то забегаловке, говорит, что ты дистрибьютор, блядь. Чтоб не говорить, что ты хаваешь доширак, гребёный, говори, это чан рамен, чан рамен. Я тут японец, заварил себе чан рамен. Ну, блядь, маг свиней вызывает, заебись. Не, мерчендайзер это уже другое. Хотя не, походу это то же самое, только по-другому. Мерчендайзер это тот, кто походу свое продает, а дистрибьютор это который продает чужое, разве нет? Ну то есть раздает. Я успел сундук открыть и закрыть. Рефлексы вора, блин. До того, как ловушка сработает, открыл, закрыл. Помню, в одной РПГшке на PSP такое было. Там был спрайт, как маленькая воровка залезает в сундук, вылезает из него за пару секунд и достает тебе какой-то предмет из него. А, я понял, вы уже спешили отсюда выйти, да? Ну да, мы там все уже обследовали. Походу. Ну там еще вроде появились. Ну они отреспились просто. Так, ну чё, уже 47 минут, думаю, сейчас до основного квеста дойдем и закончим. Там ещё Гридон в 9. Блин, опять надо уздечку на коня покупать, сука. У меня ещё конь такой, это полуразвалившийся, аж ребра видны. О, где? А ну, ладно, ладно. Полый конь? Ну ух да, ты. Полый. Ободранный такой. Блин, мне чтоб полностью скелета коня сделали, это было бы... Адский конь. Угу. Чтоб под копытами его отгонять. КФХСД 4, блядь. Первый босс, блядь. Ух, я бы на таком покатался бы. Так, куда он там сваливает? Вон туда. Так, а тут мы, наверное, не поднимемся, не. Блин, нет. Нет, там как-то где-то можно пройти. Там солнце был. А, мне кажется, догадываю, где тут пройти. Наверное. Да, вот. Тут. А, вот. Ну. Там уже пробегаться. Славное деяние ваше. Ну, спасибо, почему бы и нет. Значит, здесь и живет королевский фельдмаршал Валор. Хочешь, чтобы я помог ему? Нельзя. Как пожелаете, барон. Так, ну задание выполнили, окей. Так. Следующее, вон аж где воин шакуры. 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 Это, блядь, сидя далеко, конечно. Варп.
А что такое два? Давайте сейчас встречу, сверюсь, что мы выполнили. Что, ну, проебали-то тоже. Так, цыганский табор мы не выполнили, да? Выполнил. А, выполнил. Все, угу. Хорошо. Так, план инквизиции проебали, мы тоже стираем. Капитан свинорылый я выполнил. Так, где прогулку вы? Выполнили, да, Морди? Да, прогулку выполнил. Так, угу. Вердикт я выполнил. Помогай бедным мы выполнили. Походу нет. Сейчас посмотрим. Джи, задание. Помогай бедным, говоришь? Да. Ох, помогай это... бедным. Я, по-моему, даже такого за МПЧ не вижу. Этот... Буква П. Не, не выполнил. Не. Так, ну сейчас по-быстрому его выполнил. Он тут где-то прячется, эта баба в восточной части города. Mm-hmm. Следы лесных стрелков так и тоже не могу. Ну она висит, ну, да. Блять, она какой-то глючный. К нему подходим, похуй вообще. Говорит, идите найдите тех, кого нашли уже. Такое бывает, к сожалению, они все квесты. За всеми квестами не уследишь, только прорабатывать. Потом видим. Просто, наверное, не все квесты были рассчитаны на мультиплеер. Ну, они и в сингле так же себя ведут, насколько я помню. Mm-hmm. Вот оно как. Багованное говно. В сингле проще, например, если ты там можешь сохраниться перед заданием. Если оно что-то с хуйню спорит, там загрузился, вроде все нормально должно быть. Ну, мы могли бы и тут так делать, но это было... Ну, тут заебешься, да. Перезаходить, заходить, заходить, перезаходить, заходить, перезаходить. Сука, заебали. Так, крышно стоит. Античный, хочешь себе поножик? Крепкие поножи кошки и кипящийся амулет достойный. А сколько там поножи защиты? У поножи защита 38, подвижность плюс 2, плюс 12%. Они атак, желтые, нет? Они синие. У меня желтый просто, а, 40. Нет, это да, на. Амулет, что там? Амулет, защита 32. А, у меня 44. Да, это тоже нахуй. Так, сейчас, где эта бедная сука? Ну, наверное, куда там Гур, наверное, убежал в ее сторону. Бедная сука. Еще прикинь. Борис. Да, вот я и нашел. Тут еще Симба, блядь. Бля, игра хватит шторить. У меня тут Симба избивает. Чем твои солдаты. Да. Она видела. Ну и что такое? Король Лев смотрелся, смешно. А, принеси лечебное растение для моего члена. Я возьму. Сказала старушка. А? Да. Так, а где оно? Помогай, оно недалеко, в принципе. Я разрублю тебя на мелкие кусочки. Ты, наверное, это, останься тут, чтобы сразу выполнить. Угу. Заберу эту хуйню. Времечко поджимай, давай, скорее быстрее, скорее быстрее. Да, сейчас я, блять, в бочке застрял, иди нахуй. Как обычно.
Так, вот, подбираю. Опаньки. О, тут еще какая-то руна. Ух ты, она есть. Что с даун? Мультиудар. И взрывающаяся стрела даже двигающая. Раз. Ну, конечно, зло. Так, окей. Тогда сохраняемся. Угу. Блин, погоди. Нам надо показать зрителям, где ты находишься. Мордекай, ты рядом с ним? Да. Хорошо, ты этот первый выйдешь, чтобы Анти показал, что происходит, когда кто-то выходит из игры. А, ну, я видел там распидорошил на куски. Да, сейчас постой, сохраняю. Давай, сохраняю, вот, я выйду. Сохранил. Все, я выхожу. На нахуй. Всегда забавно. Да. Распидорасил вместе с конем. Ну ладно, народ, всем спасибо, что смотрели. Не разбегайте, сейчас грядун запустит стрим. Всем удачи, всем пока. Всем покедова. До скорого.